из бойцов уже у нас выбыл за территорию ресталища, не побоюсь этого слова. Как вы видите, у бойца слева геральдический щит, покрашенный в бело-синие геральдические цвета. Ох, как красиво! Напоминаю, что здесь и сейчас собрались сильнейшие бойцы, которые мы смогли привести со всего мира, пригласить, и которые, конечно же, здесь на прочность испытают свои доспехи, возьмут рыцарские доблести столько, сколько хотят. Сильнейшие из сильнейших. Эх! Я думаю, этот вечер готовит нам очень много и много сюрпризов. На самом деле, если смотреть средневековый бой, конечно же, любое массовое сражение, особенно пехота, сводилось к рукопашной схватке. Потому что если ты имеешь большую массу, чем твой противник, то фактически у тебя есть возможность его этой массой задавить и победить. Если же имеешь меньшую массу, у тебя есть возможность данного противника хоть на какой-то минимальный промежуток времени заблокировать до подхода уже своих соратников и бойцов. Ух! Вот я слышу «Боярд!» Кто болеет за «Боярд»? Боярд! Боярд! Кто болеет за Эрендан? Тогда болеем, потому что нам нужна и нашим бойцам нужна ваша поддержка! Три у нас белых котармов. И Айрондан у нас белых котармов. Я даже вот здесь тут не могу сосчитать. По-моему, у нас три бойца Айрондан и три бойца Бояр 3. Да. Собственно говоря, Айрондан у нас белые кутарны, белые наладники с синими полосками, а Боярд 3 это полностью со спины белые наладники с красными львами спереди. Так, дорогие друзья, поддерживаем наших бойцов, настоящих героев. Просто схватились не на шутку. Напоминаю, что большинство из наших бойцов тяжелые пехотные мечи, которые назывались фальшьоны, и в отличие от классических мечей, они имеют смещенный центр тяжести к концу лезвия, которое и позволяет эффективно фехтовать. Которая и позволяет эффективности боевые действия в непосредственно с близкого расстояния, вот в такой прямой конфронтации, где тот же полуторный меч и та же алебарда уже как понимается, если ты зажат в такой вот левый угол, будет фактически бесполезно. Еще раз подчеркну, что тела наших бойцов закованы в
в сталь 1,5–2 миллиметра, которая на самом деле может выдержать фактически все воинские перипетии и фактически все удары, которые наносятся по нашим бойцам. Тяжелый всего лишь первый раунд двух великих команд, которые собрались здесь. Просто 2 на 2. Два бойца Iron Dan и два бойца Boyard 3. Просто не побоюсь, вот силы равны, да? Я вот смотрю, просто боец из Boyard 3 просто превозмогая любые блоки. Вот так вот берет и рвется в бой. И побеждает одного из бойцов Iron Dan. Остался один канадец, боже мой! Готовятся ППШ и Raw Old School. Один боец выбыл за пределы ристалища. Взялись, так взялись. Стойте, господа! Поддержим наших бойцов!
закончен, дорогие друзья.